накапливается в иле и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бентозные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития молодых моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали и на то, по темпам роста, превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окуни и плотно показали незначительное повышение темпов роста, без негативных эффектов.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Так, паря, достал дрезину? Да, слышу, слышу, тарахтит, родная. Ай, молодца! Теперь тебе к лобиномойке надо. Твой Ксюш там того, аккуратненько. Народец там нехти, прям скажу. Все как есть пойти. Так что, если чё, то и как говорится. Thank you.
Чего из-за мелочей рисковать?